О смерти Брониславы Проскурниной сообщили в Малом драматическом театре. Актриса скончалась после продолжительной болезни на 82-м году жизни. Бронислава Константиновна умерла 8 декабря, но о трагедии стало известно только сейчас. Про болезнь артистки мало кто знал. Бронислава не любила жаловаться и до последнего выходила на театральную сцену. Она служила в Малом драматическом театре полвека, с 1972 года, пройдя вместе с театром все пути перепутья, вкусив прелести областного статуса, неустроенность областного гастрольного быта, работая всегда самоотверженно с энтузиазмом и азартом. В самых трудных обстоятельствах Бронислава Константиновна репетировала, искала, творила. Всегда сохраняла верность своему творческому долгу, профессии, своему театру. Сообщается на сайте культурного учреждения. Вдова Михаила Светина сыграла в спектаклях «Женат и жених», «Уходят женщины», «Карлсон снова прилетел» и многих других. Бронислава пережила Светина на 7 лет. Напомним, Михаил Семенович умер в 2015 году. Артист скончался в больнице, не приходя в сознание. Перед этим у него случился инсульт. Актеры поженились в 1959 году и с тех пор не расставались. Супругов разлучила лишь смерть. У Бронислава Константиновны и Михаила Семеновича осталась дочь Света, которая вместе с детьми обосновалась в американском Нью-Джерси.